Всем привет! Сегодня 2 марта и с вами Камила Хакимуллина. В Казани выступит Александр Дюмин, популярный музыкант и исполнитель в жанре русского шансона. На концерте певец создает самую доверительную атмосферу, поскольку его песни, обнажающие изнанку жизни, о которой принято молчать, затронут до глубины души абсолютно всех слушателей. Трехгрошовая опера. Все на продажу. Вот доминанта этого произведения – всеобщая власть денег, с помощью которых можно решить любую проблему. К этому стремятся все, у каждого из них своя цель, но одна мораль. Для достижения цели все средства хороши. Подкуп, шантаж и, если будет нужно, убийство под прикрытием закона. И пусть в мире есть место и любви, и страданиям, это только на руку тем, кто точно знает, что он хочет получить от жизни. Хоровой кроссовер «О море, море». Камерный хор Татарстана – неизменный участник всех культурных мероприятий в республике и за ее пределами. Его выступления всегда становятся яркими событиями и сопровождаются аншлагами. Интерес публики сохраняется благодаря особому творческому почерку коллектива, в основе которого лежит смешение жанров и стилей. Думаю, вы уже нашли себе занятие на вечер пятницы, но это еще не все. Смотрите далее, куда сходить в выходные. В субботу для вас выступит хор турецкого. Новая программа «Вам, любимые» – это подарок прекрасным женщинам. Проверенные временем хиты в неожиданных аранжировках и авторские песни прозвучат в этот вечер в Казани.